Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Мам, меня друзья в гости зовут. Можно я пойду? Я не поняла. У тебя что, своего дома нет? Мам, я двойку получил. А вот сын тёть Лены никогда двойки не получал. Но у нас все двойки получили. А ты мне за всех не говори, ты у меня особенный. Мам, я гулять. Шапку одень. Ну, мам. Я сказала шапку одень. Ладно. Ты смотри, я только проснулся, а уже за компьютер сел. Пошел бы лучше на улице погулял. Ну, мам. Не, мам. Мама, у меня друзья собираются ночью пойти гулять. Можно я тоже пойду? А если у тебя друзья с девятого этажа прыгать будут, тоже прыгнешь, да? Дома сиди. Ангелина, ты тут подумал, может там начать встречаться? Нет, Андрей, мы с тобой просто друзья. Ну ладно, друзья так друзья. Отбей. Ой, вон, смотри, Ангелина, пойдем познакомлю. Ангелина, знакомься, это моя девушка Ира. А, Ира. Понятно. Ну что, девчонки, может, хотите мороженое? Да, давай. Ну, все, сейчас прибегу. А ты с Андреем давно знакома? Да, давно. Ой, а что это там такое? Где? Вон там. Тихо. С Андреем мы давно знакомы. Ангелина, где Ира? А, она ушла. Сказала, что вы не подходите друг к другу. Понятно. Ну, пойдем погуляем. Спасибо, пойдем. Ну. Сынок, давай, беги, сфотографируй возле памятника. Вот молодец. Пацаны, внезапная фотка. Никит, сними типа модель. Андрюш, давай сфотографируемся в Инстаграм. Хорошо. Цок-цок, был своим в доску пацаном, но теперь кругу под каблуком. Братюня, ты черканись по-опасной. Зацени, здесь реальные пацаны, замаралая. Короче, купил я Nike эти. О, самые. Андрей, прости, мне звонят, я отойду. Никит, звонят, правильно. Андрюш, зацени его ж на телефон. Никит, правильно его, ты что такой тупой? Илюх, можешь, пожалуйста, не курить на меня? О, да, конечно. Спасибо, Илюх. Короче, вот, я познакомился с девахой, она мне так понравилась, Андрюха. Никит, ты... я понял, Никит, понял. Очень классная история, спасибо, очень классная. Ну вот, короче, я в зал вчера ходил и 90 килограмм... Историю вспомнил. Была деваха такая, вот у нее вот такая вот, все, я бы с ним... А в итоге потом я с этой девахой забухал, короче, вот... Ну все, Никит, я подошел на наше место, давай здесь, через 10 минут, я тебя жду. 8, блядь, часов спустя. Алло, а ты где? А, дома ты. А какого хера ты дома делаешь, тварь? Я тебя гнида порву, сука. Анжела! Лариса! Лариса, короче, слушай, у меня есть для тебя такая прекрасная история. Да ладно, а сейчас я тебе расскажу. Ой, Лариса, сейчас тебе такое расскажу, только ты никому, хорошо? Хорошо. A few moments later. Викусь, зэк, я тебе сейчас такое расскажу, охереешь. А знаешь, чем вчера Анжела за коктейль платила в клубе? Ага. Лариса! So come again. Девчонки, а мне мой квартиру подарил. А мне мой машину подарил. А мне мой пиздюлей подарил. Купи оливчик, он такой клёвый. Нифига какая соска. Ты чё? Андрей, не нужно. Секунду. Ну вот, я, короче, такой деваха погулял. Мне понравилось. Сюда подошли. Мне мама позвонила, пока. И вот, короче, он не получил зарплату. Это было так смешно, мы реально всем кафедры... Ты чего? Ну-ка давай вставай. Все хорошо? Да. Ну все, пойдем. Ну вот я, короче, стою на Титанике, понял, короче, сама пачка тут идут. Ах, лох! Ай! Фу! А!
солнышко, у тебя сегодня день рождения, вот тебе карта, купи себе все, что угодно. Спасибо, спасибо, спасибо. Братан, сегодня у тебя день рождения, и я приготовил для тебя подарок. Какой? Помнишь, ты мне 1000 занимал? Прощаю. Счастья тебе, здоровья. Ой, Люх, привет. Можешь занять денег, пожалуйста? А то поесть хочется очень сильно. Пожалуйста, я тебя прошу. Да, Андрюх, конечно. Да, конечно, займу. Да все нормально, все, успокойся. Все. Алло, Никитос, привет. Можешь денег занять? А то поесть очень сильно хочется. Я тебя прошу, вот по-братски, пожалуйста. Деньги? Какие деньги? Иди пожри с помойки, бомжара. Тихо, мне мама звонит. Да, алло, мамуль. Да, покушал. Посуду помыл, мусор выбросил. Все, давай, люблю. Пока-пока. Ну вот, я, короче... Тихо, мне мама звонит. Да, алло, мам. Андрей, тут шлюхи бухло принесли. Да, все хорошо. А, Андрей, с клюхой кокс наших сисек. Блин, братан, меня девушка бросила. А да ладно тебе, братан, что ты новую себе найдешь? Всегда так было. Все, давай, братан, удачи, мне пора. Давай, счастливо. Сейчас меня девушка бросила. Слушай, за что ты расстраиваешься? Погнали в бар по тёлкам, что ты? Погнали, да? Погнали! Сфоткай меня. Фотооператор, ты нас возле памятника так осмотри, давай, на. Андрей, давай сфотимся. Давай. Kissing stranger. Нельчка, давай сфотимся. Давай, поехали. Оник, сфотографируй меня красиво как-нибудь. Ник, ну покажи, что получилось. О, слышь, Андрюх, можешь мне веселого Наву сфоткать? Ну и вот, в общем, качался на качели в детстве, да и ногу себе сломал. Вот как-то так. Погода ничего, да? Я пойду, да? Давай. Ангелин, тебе что-нибудь заказать? Да не, Андрей, я дома поела. Андрей, мне тебе столько всего надо рассказать. Значит так. После того, как мы начнем с тобой встречаться, ты забываешь про своих друзей, про бывших баб и даешь мне свой пароль от телефона. Ты меня понял? Ну все, теперь можно и поспать. Сука. Ой, ну все, можно поспать. Ой. Ну все, можно сериальчик на ночь посмотреть. Ой, ну все, еще 5 минуточек и спать. О, 8 утра, можно и поспать. Ой, ну все, теперь можно спать. Спасибо. А хочешь анекдот расскажу? Давай. А он тебя не хочет. Я никогда шутить не умел. Да постой, это только начало. Там еще про анекдоты другие. Знаешь, мы целую неделю уже вместе. У меня есть для тебя подарок. Это тебе. Ой, это так мило. Это тебе подарок. Это тебе. Это мне? Я это не хотел слышать! Там были Nike, и они всем понравились, представляешь? Вот. Очень классно. А тебе интересно? Ну да, конечно. Так вот, мы все вытрусли просто, они как Nike были. Стой, тебе интересно? Да, 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 конечно, конечно. Так вот, потом мы поехали за обувью, она такая клевая была, просто... Стой, так, давай. Ой, ты меня можешь прокатить? Конечно. Серьезно? Да. О, классно, давай. А может, ты меня прокатишь? Ты что, дебил? Может, ты меня прокатишь? Ты что, дебил? Может, ты меня прокатишь? Андрей, дай мне денег. Да, конечно. Держи, пароль 2213. Спасибо, ты самый лучший. Сначала отсос, потом полтос. Ха-ха-ха, блядь!